выучить китайский язык, научиться танцевать брейк-данс или кататься на коньках. С приходом Нового года многие люди решаются на новую жизнь и новые начинания. Сегодня мы решили выяснить у челябинцев, что они уже успели сделать в этом наступившем году. Вылечить детей, потому что они на Новый год у меня заболели как раз. На сегодняшний день пока еще ничего не успела сделать, но много планов на этот год. Дети в школу пойдут, внуки, я имею в виду. По мере поступления какие-то будут планы, значит, будут. В этом году купить дочери квартиру. То, что я задумала, требует длительный период времени. Я коплю деньги на машину. Вот. Я сам из Кирова, и в этом году уже приехал. Успел в Челябинск. Подготовку конференции к научной начали, рабочие планы, в перспективы планы восхождения на Таганай, что мы делаем каждый год. Так что планов громадье.